С удовольствием передаем микрофон. Здравствуйте. Дорогой Владимир Михайлович, я думаю, что для начала нам нужно представить. Значит, мне хочется представить Ирину Григорьеву. Она уже 56 лет работает в Театре комедии имени Акимова. Подойди, не слышно, поближе. Я пытаюсь сделать, как ты велела мне. Так забывай. Вот так хорошо. Вот, Ирочку Григорьеву в театр пригласил сам Николай Павлович Акимов. Вот, и сегодня Ирочка здесь. Меня зовут Лена Руфанова. Я уже почти 20 лет служу в Театре комедии имени Акимова. И очень вообще все хорошо. Сегодня наш коллектив попросил нас поздравить вас с днем рождения, с вашим юбилеем, прекрасным и замечательным. Вас помнят и любят. Вот, так что мы сегодня за нашего дорогого Никитенко Валерия Кремовича, за Улитина Бориса Александровича, за всех, кто трудился вместе с вами. И администрация нашего театра тоже поздравляет вас с днем рождения, желает вам здоровья, счастья. И вы знаете, я когда сегодня думала о том, что я буду здесь, я думала о вас, об актерах, которые трудились рядом с вами, те, кто делали этот театр. Чуть-чуть громче. Какой микрофон, потому что... Я буду говорить по ссылок. Я хочу сказать, сегодня я думала о вас, о вашем поколении. Хотела сказать вам огромное спасибо. Потому что сегодня я смотрю на себя, на своих коллег, на молодежь, которая приходит в театр. И вы знаете, мне очень жалко, что из театра и вообще из нашей жизни уходит что-то очень важное, что-то настоящее, то, что было у вас. И мне хочется, чтобы вы жили долго, чтобы вы были здоровы, чтобы мы и следующие за нами ребята видели это, как-то принимали это и несли это дальше. Потому что это очень-очень важно для нашего Русского театра. Спасибо вам большое. Спасибо. А Валерий Ефремович передает вам огромный привет. Да, конечно. Вы знаете, все происходит, я так считаю, по чертежам небесным. И вот я счастлива, что сегодня я стою здесь и имею честь и возможность поздравить вас с юбилеем. Вы дважды были в Театре комедии. Помните, что Театр комедии стоит на Невском 56 и по-прежнему ждет вас. Ждет вас! Можно вопрос? Да. А вдруг у вас кто? Я считаю, что ваш талант, ваш юмор, ваше бесконечное многообразие дарований может быть украшением любого театра. И я уже работала в театре, когда вы были у нас и работали в спектакле Эдуарда Филиппова. Но что меня сегодня поразило, это атмосфера доброты, искренности. То, что я увидела на пленке, я унесу это с собой навсегда. Реакцию вашу на ваше поздравление. Это такая детская улыбка, такая непосредственность, такая искренность. Это дорогого стоит. Я счастлива, что я имею возможность поздравить вас. Никитенко приболел с юбилеем. Здоровья вам. Здоровья. И вот это счастье имеет столько друзей, сколько есть у вас, любящих вас, искренних, настоящих. Спасибо вам, что вы Спасибо. Есть, и мы рядом. Итак, привет от Никитенко.
Поздравления народному артисту России Татосову Владимиру Михайловичу в день его 95-летия от друзей из театра комедии. Я волком бы выгрос бюрократизм, к мандатам почтения нету, к любым чертям с матерями катись любая бумажка, но эту я достаю из широких штанин, не страшась любого вопроса. Смотрите, завидуйте, в руках у меня личное дело Татосова. По длинному списку его ролей время учтиво движется. Почти 70 жизни своей от Петербурга любимцем числится. Никогда не искал он удобный брод, в любую жизнь годину ожогом порою сводила рот, но прямо держал он спину. Порой рыдая, порой хохоча, и всякого в жизни изведав, своей игрой восхищал он датчан и разных прочих шведов. К работе всегда был охоч и горяч, хоть сам не гигантского роста, но видится сразу тут, прячь или не прячь, от Бога талантлив просто. С гастролями он посетил много стран и повидал на веку своем многое. На фото вот здесь, рядом с ним капеллан, а здесь он с самим Толстоноговым. И вдруг в изумлении застыл народ, забыв о цинизме и лени. Ну, это Татосов Свердлов дает совет на экране Ленину. Ах, сколько прекрасных и дивных ролей в кино он сыграл и на сцене. Он был и грузин, и узбек, и еврей, и каждый из них бесценен. С каким наслаждением, изящно и страстно, и слуг, и господ, и вождей, и матросов, и белых, и синих, и красных, и разных сыграл в своей жизни Татосов. Я волком бы выгрыз бюрократизм, к мандатам почтения нету, к любым чертям с матерями катись, любая бумажка, но эту я достаю из широких штанин, а не попадал просто. Смотрите, завидуйте. Я сейчас пойду и поцелую Татосова. Дорогой Владимир Михайлович, если вы позволите поцеловать вас, я сделаю это с огромным удовольствием. Я передаю вам огромный привет от всех актрис, прекрасных, замечательных нашего прекрасного города. Обожаю вас, прекрасного, замечательного мужчину. А я вас люблю. Спасибо. Там, вот там, сзади. Я... Да. Оп! Раз, два, три, четыре. Я еще на каблуках. Я поздравляю. А мы хотим сделать еще подарок еще одному нашему сегодняшнему гостю. Еще подарок, вот тоже почувствовать себя девчонкой на этой сцене. Татьяна Белецкая!